подлизываешься и идешь обниматься. Подожди, ты говоришь, обнимайся, и отворачиваешься. Ага. Ты не отворачиваешься. А что я не хочу. А ты любишь ее? Да, люблю. Точно? А я его нет. А меня не любит никто. Прошли уже чувства. Ну, вы здесь капитан, где вы эти маленькие пашки? Они вкусные, яблочные пюре. Я не знаю, куда. Они очень вкусные. Печенька расслабляется, смотрите. Вот стоит мужчина, ему 20, сколько тебе лет? 23 года. Не может спину выровнять, старый. Вздыхает, хрипит, храпит. Это что за хуйня, какие так простыл-то жестко, блядь. Да это возраст уже, Никитос. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Как не умел шутить, так и не умеешь. Вот это тема нормальная. В аэропорту во Внуково капсулки для сна, для отдыха. Вот если честно, так неохота улетать отсюда. Но впереди много работы, много новых открытий, много дел, всякой-всякой такой чуши. Вот, на самом деле надо просто ехать, работать, ехать в свой бар, в свой любимый бар и заниматься им. Пора возвращаться к себе. Оказаться в Стамбуле, не зная местного языка вообще, вот, и когда, сука, твой рейс отменили, и ты как дурачок по всему аэропорту ходишь, ищешь, спрашиваешь, а тебе, сука, никто не может нормально объяснить. Вот очень плохо. Вообще сейчас... Хорошо, хоть есть школьный базовый уровень английского языка, хоть чуть-чуть меня выручает. А так бы вообще просто провал бы был полный по всем фронтам. Вот собирается человек в дорогу, в путь. Разбирает. Вещи собирает. Перебирает, разбирает. Я вот очень сильно ему помогаю. Лежу тут, болею за нас двоих. Помощник от Бога. Да, я бы еще башку мог поднять, было бы шикарно. Ну ничего. И вот ты писем над унитазом мог поднять. И вот на этом шутки закончились. Я как не умел шутить, так и не умею. Хоть какая-то правда в этом сторисе. Ребята, большое спасибо за ваши советы по поводу самолечения. Мы сейчас вот будем стараться что-то сейчас. Вот. Витя сказал, у него что-то есть, но кроме фаталити, в Mortal Kombat пока ничего не нашли.